Здравствуйте все! Сегодня на Anna Banana Channel я буду показывать, что в моем iPhone 4S. И я не хочу показывать, что у меня такой крутой телефон. Он не крутой, не-не-не. Потому что он такой старый, и он уже такой... Он больше не продается. Он такой уже старый. Вот мой iPhone 4S. Он белый, 64 гигабайтов, и вот он, да, вот, вот это моя такая заставка, эти облака, и потом здесь написано slide to unlock, это значит, ну, поставить пароль, я поставлю мой пароль, и вот, вот. У меня только две страницы, и я вам сейчас покажу мою фотографию сзади. Вот это я, когда я была маленькой, на пляже, ну да, вот. Потом мое первое вот это предложение, это Music Download, это ты можешь закачать музыку бесплатно, и... Да, мне очень нравится. И потом здесь телефон, чтобы звонить. Это не контакты, это телефон. Потом у меня messages, это сообщение. Потом у меня WhatsApp, это можно... Ну, это как сообщение, только бесплатно, но надо интернет. Потом здесь у меня рекордер, который... Ну, если там музыка играет, ты можешь его вот нажать там, и будет он рекординг, и да. Вот, я вам покажу. Он пришел с айфоном, а я вам одну вещь покажу. Это один я сделала. Ну да, ну да. Потом у меня... Фотографии, Pinterest, Ретрика, Books, книги, YouTube, Instagram, Контакты, Viber, Камера, ВКонтакте и Google Translate. Погода и settings внизу. Потом у меня это такой, такой папка, такая папка. Там вот эти все эти штуки я никогда не использую, но я их иногда использую. Вот это Luxury, это делает, это классно, UK TV, это все эти штуки, и ну да. Потом у меня Google, Sleep Pillow, Skype, найти телефон, калькулятор, Peach Lab, Lipix, подкасты и игры, я вам их не буду называть, но они такие, только две страницы, вот. И потом Snapchat, и все, спасибо. Чтобы, что вы смотрели. До свидания.